Последние новости обсудим с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским. Он сейчас гость нашей студии. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый день. Я хотела начать совсем с другой темы, но судя по тому, с чем вы пришли, да, наверное, начнем, да, со столетия погранслужбы. Да, да. И я вот принес как бы это образец, как бы пограничный столб. Но я бы... Государственная граница, если написано. Я вот хотел бы, чтобы это стояло бы на столе у многих руководителей наших. А по какому поводу? Почему это важный для вас праздник? Ну, потому что я как коллекцию это рассчитываю. Пусть мне пришлют. Где-то есть такие же образцы. Продажи редко бывают. Это очень важно. Что мы многие вопросы решаем. А потом в 17 году у нас большие изменения произошли. И в 91-м. В этом должно быть четкое понимание. Границы России неприкосновенны извне, и никто не имеет права их сдвигать изнутри.